Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy, и мы с вами продолжаем играть в 5 ночей с Freddy Tower Defense. Здесь, ребят, у нас вышло новенькое обновление, и смотрите, ребят, добавили эксклюзивного Супер Фредди. Очень интересно будет сейчас на него посмотреть. Его можно купить за 75 тысяч. Или же за 800 робаксов. Давайте, ребят, я куплю его за 800 робаксов, и мы вместе с вами сейчас на него посмотрим. Написано, что это ОП. То есть, прям он должен быть очень сильный, этот юнит. Поэтому давайте мы с вами вот так вот его, конечно же, открываем. И давайте сразу же его, наверное, мы с вами усилим чарами, да. Давайте вот сюда вот мы с вами подойдем. Энчантик мы с вами сейчас сделаем. Так, где он? Вот он. 12 косарей, кстати, он стоит. Окей, давайте мы с вами ну, что-нибудь вот из этого всего попробуем получить. Кроме бускиллера, да. Давайте, ребята, я вот так, оп. Может, с первого раза? Нет, с первого раза, к сожалению, нам ничего не выпало. Окей, бускиллер. Ладно, босс-киллер мы с вами отказываемся, поэтому давайте посмотрим, что нам выпадет. Да, кстати, в принципе, ну, типа 100% дэмэдж и на 25% медленнее атака, скорость, да. Ну, окей, давайте попробуем вот так вот, ребят. Я, давайте возьму его вместо даже не знаю кого. Давайте мы с вами, например, уберем вот этого Баунти Мангла. Окей, давайте мы с вами теперь возьмем вот этого новенького Супер Фредди. Так, их, кстати, 4000 экземпляров всего лишь. Так, ну и погнали, ребят, в Хэллоуин Ивент. Вот сюда вот мы с вами пойдем в Хэллоуин, потому что я, ребята, так, отказываюсь от обменов. Тут у нас, интересно, что-нибудь добавили новенькое или нет? Ивент Пасс, это понятное дело. Фокси, окей. Тут у нас, в принципе, вроде бы больше ничего нет. Хотя, может быть, и добавили что-то. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Тут, в принципе, ну, как бы я тогда открывал. Я, кстати, вне видео, ребят, еще много открывал. Но так, в итоге, ничего и не получил. Ивент пасс, давайте-ка мы с вами посмотрим. Я, да, в принципе, все забирал, но не покупал еще донатски, ребят. Так, ну, можем попробовать пойти в Endless, ребят. Проверить вот этого новенького... Где он? Вот, вот этого нового юнита. Давайте мы с вами пойдем в Endless. И я, кстати, играл в Endless. В Endless очень хорошо фармить тыковки, ребят. И там прям очень... Ну, хорошая такая награда. Ну, и вот такие вот юниты у меня. В принципе, можно было кого-нибудь вот вместо вот этого, например, взять, да? Ну, ладно, давайте мы сейчас с вами посмотрим, как мы справимся, сколько волн продержимся, да? Вот с этими новенькими юнитами. Таким составом, да, я еще, ребят, ни разу не ходил, поэтому мы сейчас с вами посмотрим. Так, Choice Game. Ну, окей, пусть будет так. Типа, я не знаю, почему 5 написано. Ну, ладно, тут, кстати, Easy, смотрите, Endless Easy. Получается, еще эндлесы разные бывают, что ли, ребят, в этой игре. Так, 10 на 25% больше награда, или трик сделать. Тут, смотрите, ребят, 0,25%. Ну, окей, давайте попробуем трик. Хорошо. Так, откуда у нас вот два выхода? И нам надо с вами кого-то поставить, да? Так, 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 кого поставить? Ну, давайте вот так вот сделаем. Я вот так вот поставлю, надеюсь. Ну да, типа, мы справимся. Тут, типа, ничего такого сложного нет. Да, ты чё, смотри, один прошел. Ладно, один прошел, ничего страшного. Сейчас мы с вами на 500 апгрейдим. Как раз, смотрите, достает. Фокси у нас, да? Оп, апгрейд. И сейчас мы на максимум апгрейдим. Все, на максимум у нас Фокси. Есть. Так, и я, наверное, сейчас вот здесь Фокси поставлю, чтобы вот здесь вот было попроще, да? Я думал, кстати, будет карта побольше, но нет, ребят, смотрите, карта достаточно маленькая. Давайте вот здесь тоже Фокси мы ставим. Так, пам, и все, отлично. Вот, кстати, награда, ребят. Будет показываться, да, что мы там с вами можем получить. Так, ну и, наверное, вот этих сейчас буду вот тут ставить. Вот здесь одного поставим, чтобы денежки нам фармил. И вот здесь одного поставим, чтобы тоже денежки нам фармил. И давайте-ка вот сюда еще одного поставим куда-нибудь в уголочку, так. Пусть тоже здесь фармит нам денежки. Так, ну, давайте смотреть вот на этого Супер Фредди, ребят. Смотрите, у него глаза какие-то. Смотри, можно даже написать что-нибудь. Смотри, смотри. Так, Фредди. Ну, короче, ладно. Вы поняли, да, то, что можно написать. Давайте я вот здесь Фредди поставлю. 14 тысяч сейчас мы с вами. Оп, апгрейд, отлично. Ну... По урону, так, рейндж 27. Ну, так, в принципе, должен быть он неплохой. Смотри, ребят, лазерами стрелять, типа, как Супермен, да?
Окей. Так-то урон у него очень хороший. Он типа именно жгет лазером. А 16 тысяч апгрейд. Ну так-то радиус вполне себе приличный. 3 только могу поставить таких юнита, да, ребят? Ладно. 3 так 3. Все, на максимум я прокачал. Смотрите, 600 урона. А кулдаун 0,125. Интересно вот будет сравнить с гидрой. Гидра, наверное, все-таки покруче будет, да? Ну ладно, мы сейчас и гидру тоже поставим, ребят. Так, давайте... Я даже не знаю, ну вот сюда вот одного можно поставить. Хотя, я не знаю, давайте вот здесь рядышком поставим, потому что здесь боссы будут вылазить. И вот здесь вот попробую концентрировать своих жестких юнитов. Только вот вопрос, как они будут идти. Вот, смотрите, босс еще один вылез. Ух, какой красивый босс-то. Чика. Ну смотри, жгут его прям очень жестко, да? Этого босса, пам, и все, до свидания. Лазерами, смотрите, дальше продолжает пуляться. Так, давайте, ну вот здесь вот поставим сразу же еще одного, да, пам. Все, троих я только мог поставить, да? И это у нас сейчас будет максимум, можно сказать, да? Из именно вот этих юнитов. Сейчас будем, значит, ставить самых дорогих, ребят. Поставим с вами вот этого, поставим с вами вот этого тоже. И вот я не знаю, может быть, вот здесь в центре их ставят, ребят? Мне кажется, наверное, будет правильно вот здесь вот их ставить, потому что если отсюда только боссы вылазят... Хотя вот здесь вот тоже, мне кажется, надо помощь по-любому. Потому что если только здесь у нас будет урон, вот здесь вот ребята у нас не будут справляться. И будут, конечно же, тут пролетать и проходить. Так, ну давайте, знаете что? Мы с вами поставим, например, троих вот здесь. Вот так, раз... так, я даже не знаю, давай 2. И вот так вот 3. Вот здесь вот у нас тройка будет клоунов. Вот здесь будет тройка, получается, гидр. Давайте так сделаем, ребят, чтобы вот этот правый у нас проход держали клоуны. А левый у нас будут гидры. Окей, давайте попробуем так. Тут, я думаю, в принципе, ну клоуны должны справляться, потому что у них 7000 урона, это очень жестко. И надеюсь, что они никого тут не пропустят. Тут как бы еще у нас Грим Фокси, плюс еще, конечно же, есть Джекпот Фредди. Ну, у них, конечно, не такой супер жесткий урон, но ладно. Мы как бы все равно, я думаю, ну, помогать-то они будут, да, в любом случае. Так, двоих мы с вами прокачали, а потом будем сейчас ставиться вот здесь вот гидрами. Давайте сейчас попробуем. Так, 10 тысяч, 12 тысяч и 16. Все, клоунов прокачал. Ну так-то, по идее, клоуны не должны здесь никого пропускать вообще. Пока, конечно, не выйдут там какие-нибудь суперсерьезные, у которых там по 100 тысяч жизни, например. Так, все, теперь, ребята, мы с вами всех поставили, кроме гидры, да? Гидра у нас большая, поэтому вот будем сейчас как-то... пытаться ее впихнуть тут, да? Вот как-нибудь, я не знаю. Давай вот сюда еще одну поставим по-любому. Вот у нас еще босс прошел, мы с ним справились. И вот сюда вот гидру, наверное, надо как-то поставить. Либо вот сюда. Ай-яй-яй. Давай вот сюда гидру поставим. Вот, все, вот здесь у меня 3 гидры будет. Здесь 3 клоуна. Здесь 3 гидры. Плюс еще у нас вот здесь вот Супер Фредди. Ну, по идее, я не знаю, ребят. Посмотрим, давайте сейчас. 44-я волна. Вы, кстати, ребят, в комментариях пишите ваш результат в Эндлесе, да? Очень интересно будет почитать, у кого какие результаты. А по награде, смотрите, ребят, я получил сундучок. Я получил души и уже 1000 тыковок, ребят. Неплохо, неплохо. Так, давайте, кстати, посмотрим сейчас по урону, что там. У гидры, да? 350. Ну, слушайте, Супер Фредди... поприкольнее будет по урону-то, да? Ну-ка, давайте-ка сейчас мы с вами попробуем гидру на максимум апгрейднуть. 400? Да, ребята! Супер Фредди намного круче, чем гидра. А почему так? Смотрите, 600... А, ну у гидры еще есть способность, которая, получается, поджигает. А вот интересно у Супер Фредди что? Я вот не знаю, не посмотрел. Ну ладно, давайте сейчас гидру будем апгрейдить. Я думаю, гидра самая крутая, потому что она супер дорого апгрейдится. Ну смотри-ка, 50-я волна, уже до сюда босс проходит.
Ладно, мы с вами получили 1250 уже, хорошо. Сейчас буду апгрейдить следующую. Оп, отлично, гидра у нас апгрейднут. А так, ну здесь никто не проходит, клоуны, в принципе, неплохо справляются. Возможно, надо было поставить сюда гидр, а вот сюда клоунов. Ну ладно, давайте вот так, как поставились, в принципе, ничего менять не будем. Сейчас я доулучшаю своих... Ну все, последняя гидра осталась, ребята. Одна гидра, и мы с вами давай вот так скип делаем. Тут получается, в конце каждой десятой волны босс выходит, да? То есть, ну так-то справляемся, ребят, неплохо. Давайте вот так сейчас апгрейдим. И чисто будем потом наблюдать и смотреть, как у нас будут справляться наши юниты. Ну, Супер Фредди, ребят, очень крутой на самом деле. Очень жесткий у него урон. И даже с гидрой, если сравнивать, то он дешевле, во-первых. И я очень быстро их поставил на гидру, чтобы на максимум улучшить. Это прям дофига надо денег. Вот у нас вышел Бонни. И... Давай посмотрим. Справятся они с Бонни-то или нет. Жестко. Смотри, половину ХП вынесли. Ну, по идее, да. Должны справляться. Гидры, давай, гидры. А, смотри, чё, не справились. Офигеть, 22 тысячи жизней. На 60-й волне, ребят, я слился. Обалдеть, я не ожидал такого поворота. Реально. Я думал, мы сейчас с ним справимся. Ну, слушайте, мне надо гидру менять, да, на кого-то другого. Гидру менять и кого-нибудь еще. Там у меня вот получается два стартовых юнита. Надо создать какой-нибудь интересный составчик. Ребят, напишите в комментариях, кого мне взять. Ну вот этого, допустим... Так, давайте вот этого, например... Нет, Супер Фредди-то я оставляю. Вот этого я убираю, да? Можно, в принципе, вот этого. Но мне кажется, что, скорее всего, нет. Он не такой крутой, как хотелось бы. Возможно, да... Возможно, надо брать мафию. А в этот список, вот здесь, конечно, слот тоже надо открыть мне. А вместо гидры, вот я не знаю, кто у меня прям хороший вместо гидры. Типа, я даже не знаю, может быть, Фред Бир, но, скорее всего, нет, ребята. Кулдаун, нет, это не... Может быть, вот этот тоже нет, скорее всего. Ну... Ребят, напишите в комментариях, каким составом лучше проходить Endless. Ну, в принципе, вот напишите в комментариях, вот этот состав, который я сделал, он плохой или нет, я не знаю. Может быть, попробовать им пройти. Может быть, вот этого вообще стоит взять, шайни моего. Но, как бы тоже спорный момент. Ну, вот таким составом, я думаю, прошел бы 60-ю волну, потому что мафия все-таки посильнее, чем тот, который у меня был, да, джекпот. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Если вам нравится эта игра, то обязательно пишите об этом в комментариях. Ну и в следующем видео давайте будем дальше изучать и смотреть, потому что здесь у нас обнова выходит очень быстро, поэтому, ребят, я даже не успеваю ознакомиться и посмотреть, что же здесь новенького добавили. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Всем пока-пока.